Добрый день. Рады вас видеть, принять. Тоже на фотографиях видно, как он здесь сидит за этим столом. Вы знаете, он очень любил собирать книги. Все об этом знали и знают. И где бы он ни жил, он собирал книги в любом месте, где бы он ни был. Ну вот Владыка молодец, что он все это сохранил. Это мы благодарим. В память. Да, вот сразу это по-божески. Да, вот сразу после того, как вот почил наш Владыка, он сразу... Начали мы создавать эту библиотеку. Да, очень много книг мы дарили, среди которых вот даритель – это президенты, президент Михаил Горбачев. И вот он бережно хранил визиточки, а вот издания, которые мы дарили в свое время. Это только часть того, что было подарено вами, как президентом. Магазин «Атлетико» по книге. Есть книги интересные с... автографами и логическими записями, например, батюшка Альминского. Любименский губернатор, если хотите, с его автографом, видите, батюшка Альминского. Это его, собственно, ручная запись. Где-то таких много логических записей или каких-то. С которым на 17 лет. Здесь фотографии родителей. С вами встреча на 17. Мама, отец. Здесь еще 16 лет. Книги с закладками Владыки. Вот он прочитал. Жизнь с Евангелием. Какие-то мысли интересные. Заложил. Вот все. Но здесь старались все сохранить. Единственное, что уменьшили количество книг. Они сейчас и на полу, на этажерках были, все так вот добавили движение. Я всегда здесь сидел. Вот здесь кресло стоит, вот здесь. Только разместили портрет Владыки, чтобы было напоминанием, что присутствовал здесь таким своим образом. Ну вы молодец, что все сохранили по-божески, все сделано по-человечески. Преемственность и духовность. Ну, знаете, в наше время не все эту преемственность соблюдают, особенно в миру у нас. В церкви не знаю, да и в церкви по-разному бывает. Но в этот дух его чувствуется в каждом уголке. Спасибо большое за это.